Давай. Элла. Заберемся на горку. Посмотрим.
Отлично! На! Дадим задание, затем принесу и пойдем. Пути стал делать. Мицев умеет обращаться с редкими металлами. Отнесу меч ему. Что тебе нужно? Копис? Корзина? Видел когда-нибудь нечто подобное? О, Зевс! Ты знаешь, что это? Обломок? Нет, адамантин! Ему цены нет! Я единственный человек на островах, который умеет его обрабатывать. Но для починки нужно больше металла. Намного больше. Подойдет? С виду металл такой же. Во имя Аида. Где ты его берешь? Нет, я не хочу знать. Этого хватит для починки? Хотел бы я сказать, что да, но увы. Принеси мне еще, и я сделаю меч достойный богов. Что-нибудь показать?
Если нужно что-то еще, дай знать. Приходи еще. Thank you.